Мы живем бедно, у нас все забирают, мы даже не газифицированы. Элементарно, сколько можно его верить? Россия, она как была при СССР, так и осталась сейчас при Путине. Им это выгодно, ставить нас, бурятов, якутов, алтайцев, там, тувинцев, варварами. Мы уже устали от этого, зависеть от нее. Я хочу с независимости для своей республики и решать свою судьбу сам. Я думаю, что это как раз и поможет тому, чтобы эта империя развалилась, чтобы тюрьма была разрушена, и народы жили не под колониальным гнетом, а жили для самих себя, развивались, процветали, и чтобы никто не угнетал. Я не хочу быть соучастником тех страшных преступлений, которые моя страна творила, убивая тысячи украинцев.